Продолжаем. Елена Исинбаева отступать не привыкла. Знаменитая российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Она хочет обжаловать решение МОК не пускать на Олимпиаду российских легкоатлетов. Как рассказал тренер нашей чемпионки, Елену очень расстроило само решение Международной Федерации и то, как на него отреагировали наши функционеры. По мнению Исинбаевой, они просто смирились и должны были защищать российских спортсменов до последнего. Вот цитата. «Не судьба мне вновь встать на высшую ступень пьедестала на Олимпиаде. Не прозвучит больше гимн России в мою честь. Не порадую больше своих дорогих болельщиков полетами через планку. Боже, как же обидно от такой несправедливости!» Кстати, настроение российской чемпионки разделяют и пользователи социальных сетей. На сайте Change.org появилось обращение к руководству нашей страны. Вот оно. Поддержим Елену Исинбаеву. Она должна ехать в Рио. В тексте сказано, что Елена – это символ и лицо легкой атлетики России. Пользователи просят срочно принять все необходимые меры, чтобы знаменитую прыгуню все-таки допустили на игры в Рио-де-Жанейро. Но вот, смотрите, всего 177 человек подписали эту петицию. Она, конечно, совсем недавно появилась на сайте, но, тем не менее, почему-то в сложившихся условиях пока популярностью особой не пользуются, но мы обязательно еще вернемся, посмотрим, как быстро увеличивается количество подписей. Напомню, сейчас 177 человек. Это самое начало. Поддержали просьбу сделать все для того, чтобы отправить Исинбаеву в Рио.